Всем привет, ребят. Всем привет. В общем, ребят, сегодня я нашел мод на кораблина. Но не только кораблина, но еще я нашел, знаете что? И нашел какой-то Алекс. Да, ребят? Алекс. Прикиньте. В общем, смотрите, вот. Вот. Что это дальше такое? Поэтому посмотрим. Потом вот идет. Вот такой. На слепая похож. Ладно, ребят. Мы сегодня говорим не об этом, сегодня говорим о Майнкрафте. Если бы фанаты Майнкрафта посмотрят это. Так. Все, ребят. Поехали. Нет, я просто акустик, прям акустик, у меня внимание. Так, все. О, ну что загрузилось, ребят? Ладно. Ладно, давай начинать. Алекс. Видишь? Да я понял. Ты понимаешь? Тебя здесь обучают? Это обучение такое похоже? Шут. Бля, Алекс не обучают. Понимаете, что я понимаю это обучение? Либо замедленная песня, типа. Ничего себе обучение, ребят. Как это? Ребята, ужас просто. Поскорее пройти это обучение. Если бы будет где-то на стоечку, надо нажать ее обязательно. О, господи. Это похоже на лагерь типа, что ли. О, господи. Это я ненавижу теперь. Если бы ты забыл за стеночки. Вижу. О, наконец-то дадут нормально поиграть. А нет. Ужас просто. Надеюсь, эта песня заканчивается. Алекс вообще ничего не надо делать. Она бот. Была. Наконец-то пицца закончилась. Ничего себе, ребят. Мне теперь больше понравилось в обучении, чем это. Так. О, нет, давай что мне сейчас просто опять делать что-то. А, все, теперь я могу на Майнкрафт играть с вами, ребят. Наконец-то можно на Майнкрафт поиграть. Чтобы ты голос у Алекс. Должен ли такой быть? Ой-ой-ой.
О, ты чё? Ты чё тебе решил? Я до сих пор играл. Нет, я всё понимаю, как? Я не могу здесь проиграть просто. Мне здесь надо выиграть. Не понял. В смысле, как я проиграл? Это что такое? Так, ребят. Все. Так. Нормально. О! Да не это. Так, нормально. Все. Ебать, ненавижу песню Алекс. Заделать звук потише. Что это такое? Звук сверчка похоже. Как-то сложно. Мне еще надо все это повторять. Нет, мне надо повторить малую часть, хотя нет, больше надо. Вот как у Алекс. Что это? Не, это нереально. Эй, что теперь столько идет оно? Не знаю, что он заел уже. Держи. При победу в каждой песне почти что. Я уже победила в каждой песне. Второй нет, конечно, но третий пришлось еще раз. Мой бог. Ну за что мне это? Просто. Значит, скорее песня. И серебряный хотел бы пройти. Куда музыка играет? Да, Рейс вообще так делает. Такое, такие звуки сделает. Не, ребята, вы понимаете, что это нереально? Это реклама, которая вообще идет не знаю сколько. Надоело. Так, все, я пошел. Все, ну наконец-то. Это Алекс сложнейший просто персонаж в этом моде. Ребята, я бы уже давно выключил интернет, если бы мне, конечно, она не выиграла. Да еще одна песня с ней. Я думаю, там будет много.
Ой, бог. Я проходить буду. У меня что-то вообще не знаю с кем, которого нереально выиграть. Это все? Да, все. Так. Хаги. Хаги. О. Вау. Круто. Круто. А еще хорошо, что это Алекс, которая уже ужасна. Он такой тупо сидит. А это что? А, да, я же на харде играю. Ага, конечно. Ой, это быстрее, я так понимаю, да? Это что? Вау. Ладно, вы посмотрели это, а теперь пойдемте посмотрели эту песенку немножечко. О! Так, ребята, я прошу сколько? Раз, два. Вот, первая вот песня. Угу, Скиты Памп, Мамашка. Извините, ребят, но я это хочу пропустить. Не знаю почему, но я хочу так сильно это пропустить, ребят. И ладно, давайте сейчас послушаем звуки, а потом все. Так, мы послушали звуки. Вот. Теперь слушаем звуки Скиды Памп. Поехали. Необычные. Необычные. Не понял.
что? Ясно. Ясно. Так. Скорее, пам-пам, послушаем, как ты одна что-то песня. Так, теперь мамашка. Ну, бомбит ты его. Его так никто нету. Прикиньте, не придумали его. А мы придумали в виде крипера. Не-не-не, я хочу вот в этот. Так, сейчас мамашку смотрим. Види, кого ее запросили, и она тоже обычная. А, тоже, только звуки давайте посмотрим. Ну, нормально. Так. Мамашка, у нее тут что-то в песне. Все, ребят, сын поет. И так далее нет. Ну, еще. Вот они с мамой нет. Ладно, давайте погнали сюда. Вот. Новая. Алекс. Давайте сейчас пойдем и заценим. О, ребят, прикиньте, возле дома Стива, кстати, мы за него играли только что, ребят, помните? Игра вас сидит на чем-то. Ребят, его как называется? Это музыкальный блок, точно. Он был взял на халде, а такой типа как будто бы взял на изи. Ну ладно. Нормально. Ладненько, мы выиграем. Так. Ладненько. Да, я поставила камень конкурс его. А, такая? Такая конкурс, вот тогда. Что, он бойфен, то что ли, его дом разрушил? Или Стив разозлился и сам разрушил себе дом? Не знаю, что там произошло, ребят. Но звуки были похожи на что-то странное. Что это? О! Что это? О! Нормально. Тоже Стив, только теперь такой. Тебя все пиксельное. Блин, на одну хп. Не знаю, как так случилось. Блин, как я проиграл. Ну ладно. Вот он. Так. Давай. Ой-ой-ой. О-о-о.
Ладно. Так. Вот ты чё? Ты больно, ты не умер. Всё, на сколько мы хп? Ой-ой. Еще одна песня. Так, ладно. Опа. Получай тебе. Так. Нет, стой! Одно хп. Одну только мы возьмем уж все уже. Блин, это такая долгая реклама. Так нечестно. Блин, это что такая долгая реклама. Так. Опа, опа. Вот. Ладно. Что это такое? Фу. Ой, даже не нажимал. Вау. Блин, с мечом. Теперь. Так, Ника. Так, все, ребят, поднялся. Ладно. Ой-ой, не можешь это повторять? Так. Семь хп. Тут у нас было шесть.
Опа. Так, ребят. Серебринчик. Ребят, я сейчас телефон выронил. Это что было? Вы понимаете, ребят, что это незаконно? Понимаете, что это незаконно? Я думаю, да. Так, ладненько. А, хватит! Да ну нафиг. Спасибо, но нет. Так. Ладненько. Так. И где же тут я, блин? А, похоже, мы все пошли. Да. Вот, Херобрин, две песни. И вот дальше. Вот что дальше находится. Дальше у нас находится какой-то неизвестный мод. Ну, и мы его посмотрим уже в следующей серии. Ну что ж, ребята, если вам понравился этот видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Хотя, думаю, вы подписались. Просто мой колонок класс, вы знаете. Ну, с вами был я, Усен. Всем пока-пока!